«Единая Россия» в честь своего 20-летия запустила новый проект «Партия в лицах», который рассказывает об интересных, выдающихся партийцах. В их числе доктор сельскохозяйственных наук, директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко, автор более 200 научных трудов, нескольких монографий. Его научные исследования посвящены проблематике получения экологически безопасной продукции растениеводства. Алексей Васильевич является экспертом Российской академии наук. В рамках своей партийной работы Алексей Солдатенко активно участвует в жизни территориального управления «Лесной городок». Вместе с единомышленниками парламентарии организуют субботники по поддержанию в порядке общественных пространств и военных памятников в рамках партийных проектов «Городская среда» и «Чистая страна».